Да, любимая. Лёв, чё ты где? Да я уже на стоянке, сейчас машину закрываю и поднимаюсь. Ну давай бегом. Всё, через 5 минут буду, давай. Давай. Вы точно таксист? Ну, конечно. Ну, скажите что-нибудь по-таксистски. Ну, вообще-то у меня есть свой бизнес. А в такси я так подрабатываю чисто для души. А, ну все, больше ничего не надо, я верю. Говорят, у нас тут маньяк завелся. Нападает только на красивых. Ой, да не переживай, ты, у меня газовый баллончик с собой. Да ты тут при чем? Я за себя волнуюсь. Дорогая, слушай, я купил нам с тобой подарок, о котором мы мечтали целый год. Что, телевизор, что ли? Да, тот самый телевизор. Офигеть, здорово, классно. Слушай, ну он большой такой, пойдем его и поможешь из машины вытащить. Ну, у меня столько еще салатиков делать, 2 кг/1. Да ладно, в принципе, там справлюсь, он не тяжелый. Давай.